Профессиональной лиги силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима и телеканал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». География наших турниров расширяется с каждым годом, и сегодня мы покажем вам второй этап чемпионата России по силовому экстриму, который прошел в городе Омске. 12 атлетов примут участие в турнире, среди них 5 дебютантов, воспитанников Омского регионального отделения Федерации силового экстрима России. 6 испытаний предстоит пройти сегодня нашим атлетам в борьбе за звание победителя второго этапа чемпионата России. Здравствуйте, дорогие друзья! Любители силового экстрима, ибо вам сегодня предстоит стать свидетелями потрясающего зрелища. Впервые, я подчеркиваю это слово, впервые в Омске пройдет этап чемпионата России, название «Самый сильный человек России 2008 года». Лучшие атлеты России приехали в Омск для того, чтобы побороться за звание сильнейшего. Давайте поприветствуем наших героев и начну я представление с атлетов, которые представляют на нашем турнире Федерацию силового экстрима Омской области. Открывает наш парад обладатель звания «Самый сильный человек города Омска 2008 года», чемпион Сибири по силовому экстриму Юрий Калмаков. Следующим я приглашаю на площадку мастера спорта по армрестлингу и силовому троеборью Алексей Исака. Мастер спорта по силовому троеборью, рекордсмен Омской области по приседанию со штанги на плечах Андрей Ситник из Пиря. Следующим на арену приглашается мастер спорта по силовому троеборью, чемпион Омской области Антон Коба. Мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион Сибири по силовому экстриму Александр Манцера. Я приглашаю на площадку неоднократного призера этапов чемпионата России по силовому экстриму, чемпион и рекордсмен России по силовому троеборью Владимир Калинин. Город-строитель, Белгородская область. Следующим на площадку приглашается молодой, перспективный атлет, который приехал к нам из Москвы, Станислав Полищук. Продолжает парад неоднократный призер этапов чемпионата России по силовому экстриму, чемпион России и Европы по армрестлингу Денис Цыпленков. Наш следующий участник приехал из города Владимир. Это чемпион Европы и мира по силовому троеборью, серебряный призер финала чемпионата России 2007 года Александр Клюшев. Следующий наш участник хорошо знаком омичам. Сейчас этот атлет живет и тренируется в городе Одинцово, а начинал свой спортивный путь именно в городе Омске. Игорь Пида! Приглашаю на площадку участника из города Краснодар. Пятикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Победитель первого этапа чемпионата России по силовому экстриму 2008 года Владимир Глушко. Завершает наш парад серебряный призер чемпионата мира по силовому экстриму, бронзовый призер турнира «Арнольд Классик», самый сильный человек России 2005, 2006 и 2007
2007 годов семикратный чемпион России по тяжелой атлетике, капитан сборной России по силовому экстриму Михаил Кокляев! Ну что ж, когда я представил вам всех наших участников как президент профессиональной лиги силового экстрима, я объявляю второй этап чемпионата России по силовому экстриму открытым. Основная нагрузка в организации этих соревнований легла на плечи Омской федерации силового экстрима. Я хочу предоставить слово для приветствия президенту Омской федерации Геннадию Николаевичу Звягинцеву. Мы очень рады сегодня приветствовать таких именитых спортсменов. Надеюсь, что наши спортсмены будут не очень плохо выглядеть на их фоне. И надеюсь, мы продолжим дальше сотрудничество с профессиональной лигой силового экстрима.